Всем привет, дорогие мои, с вами Клонова Аня. Ну и, конечно же, мой муж и мой свекр Евгений и Антон. Ну что ж, сегодня мы с мальчиками захотели показать для вас вот такие вот футболочки. Они идут все до единой в 54 размере. Состав у них у всех до единого 100% хлопок. И вы знаете, как только я подумала, что пора мальчишкам менять футболки, что-то они уже за эти года износились и истоскались, почему-то Андрей Бурматиков решил их выпустить. Я не знаю, совпадение или нет, или мы начали жить в ритме Фаберлик, но это очень прикольно. Итак, на папе сейчас трикотажная фуфайка с коротким рукавом для мужчины. Артикул 530-154, цвет хаки. Обычная, мягкая, легкая футболка. Да, то есть ничего особенного, ничего необычного. Просто вот такой вот базовый гардероб. Просто хочется показать вам цвета. Цвета передаются просто идеально. И это, конечно, здорово. Я прям довольна. Прям вот камера у меня сегодня не капризничает нисколько. Далее, на Антоне цвет бежевый. Тоже 100% хлопок. Артикул 530-172. Ну, как вам? Футболка как футболка. Да. Угу. Вот, нет, да, серьезно, хорошо вообще, великолепно. И причем на обоих одинаковые размеры, и смотрится на обоих здорово. И еще после первой стирки оно вообще будет по фигуре. Шикарно. Вот только-только еще из упаковки, даже не погладили. Сейчас на Антоне светло-серый меланж. Артикул 530-178, да, вот такая вот обычная. И на папе получается цвет бордовый, артикул 530-166, тоже суперски. Сейчас на папе трикотажная фуфайка с коротким рукавом, артикул 530-184, очень свежий, красивый, яркий синий цвет. Мне прям понравилось, прям идет. Прям сразу же глаза такие ярко-синие у папы кажутся, прям вообще огонь. А у Антона оригинальная футболка, кстати. Я вот сейчас только заметила вот эти вот лампасы. Антох, стань боком. Да, вот, видите, и с той, и с другой стороны такие вот лампасики идут. Артикул 530-202, размер 54, 100% хлопок также идет в состав. Но называется она просто трикотажная фуфайка с коротким рукавом для мужчины. Про лампасы ничего не сказано. Ну, нормально. Футболка как футболка, да, только вот с этими полосочками. Кстати, первый раз такую футболку вижу, что полосочки именно из-под подмышки шли к концу изделия. Интересно. На папе артикул 530-148, размер 54. Ну, она обычная, без лампасов, без всего. И, по-моему, он такая у него уже была года 4 назад, именно такого цвета. И она ему шла. Вот обратите внимание, ему идет и зеленая, и синяя. В общем, какой-то он у нас универсальный прям. Да, и цвет очень хорошо передается, я прям рада. Ни темнее, ни светлее, прям здорово. Так, Антон, артикул 530-142, 100% хлопок. Тоже, да, такой темно-синий, очень приятный оттенок, да. Не как, вот знаете, бывает униформа синяя, да, вот такой непонятный цвет. А тут именно такой хороший цвет, приятный. Ну и последняя футболка на Антоне, это трикотажная фуфайка с коротким рукавом для мужчины, артикул 530-160, размер 54, 100% хлопок. Вот таких футболок я всегда заказываю штучек так по 10, потому что на любые мероприятия, под пиджак она очень хорошо смотрится, просто так, под любую кофту, прям вот белая универсальная футболка, прям супер. Мне вот люблю такие вот, знаете, простые, без всяких опознавательных знаков. Такие футболки такого хорошего качества можно, кстати, покупать под печать. И мы как-то покупали под печать 40 футболочек для мероприятия, делали на них наш логотипчик Фаберлик Онлайн. Отлично просто все продержалось, потому что обычно на футболках, если печатают хорошего качества, то одна футболка стоит 1000 рублей. У нас же 1000 и не пахло. Отличная футболочка. Ну что ж, а вот и я. Сейчас на мне легкий трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины. Артикул 530-799, размер 52. У него идет 95% хлопок, 5% эластан. Я прям чувствую вот эту вот натуральность.
Мне очень нравится вот этот вот принт, вот эта вот кошечка. Ну, прикольная, да, носить с чем угодно можно. С любой кофтой, с любым пиджачком. Надели, пошли великолепно. Конечно же, я его себе оставляю, потому что ощущение вот это вот, что и тепло, и кожа дышит, и мне очень нравится. Далее, идут леггинсы велюровые. Я заказала одни черные леггинсы, никаких маек, никаких вот этих вот всех с длинными, с широкими бретельками, вообще ничего тогда еще на сайте не было. И я заказала вот такие вот штаны и поняла, что они, в принципе, они мне нравятся, но вот велюр как таковое, я, если честно, не люблю. И я его никогда не любила, поэтому ту коллекцию я решила заказать на примерку. Она скоро придет, то есть недавно все появилось в наличии, она скоро придет. Но я вот даже не знаю, я, может быть, одну вещь примерю, посмотрю, если мне будет сильно нехорошо, то я не буду ее снимать. Вот, далее, значит, леггинсы размер XL, а сели на меня хорошо, подошли мне замечательно, в них очень тепло. 90 полиэстер, 10 спандекс, артикул 603-049. Не люблю я что-то вот такое вот в обтяжку. Мне кажется, что вот леггинсы, еще что-то, это для девчонок, которые стройные, красивые, да, у которых там формы красивые и все такое прочее. Да, у меня, конечно, нет как таковых, да, вот, знаете, бывают попины ушки, и вот это все в обтяжку, получается нехорошо. У меня, конечно, фигура в этом плане ровненькая, я стараюсь заниматься спортом и так далее, и как бы не допускаю, да, там сильных каких-то вот этих вот моментов некрасивых, но все равно леггинсы это не мое, мне не нравятся леггинсы. Далее, такая вот еще кофточка пришла. Мне она, конечно, понравилась, я ее оставлю, потому что я люблю что-то такое простое, не в обтяжку, интересное. Но это не чисто черный цвет, это такой серо-черный цвет, особенно, я не знаю, видно на камеру или нет, но отличается. Видно, как оно отличается, видно, да? Да-да-да. Вот, и поэтому, как бы, я вижу, что это не чисто черный, это такой серо-черный. Легкий трикотажный джемпер с длинным рукавом, артикул 530-807, размер 52, 95 лобок, 5 эластан, но она комфортная. Носить ее прикольно, вот в 52 размере она на мне сидит хорошо, но ее носить только на выпуск, потому что она коротковата, и если я ее куда-то заправлю и потом подниму руки, то она выправится легко и быстро, поэтому я считаю, что... Ну, на выбор, да, на выбор. То есть предыдущая была куда удобнее. Мне очень нравится этот цвет, но кофточка-колючка, конечно. Трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины. Артикул 530-656. Цвет темно-бежевый, размер 50-52. 65 акрил, 28 нейлон, 5-6, 2 эластан состав. Вот что вам скажу, она хорошо растягивается. Она такая легкая. Невесомая, да, то есть зад длиннее, чем перед. Это очень сильно чувствуется, ощущается. И как бы, но при ходьбе как-то вот оно друг с другом компенсируется и особо не видно. То есть раньше была мода вот так вот в штаны, да, заправлять. Сейчас сделали просто так вот эту моду. У меня тут пододевалочка, да, маечка. Потому что прям колется, не хочется надевать без нее. Вот, ну нормальная кофточка, я себе такую оставляю, мне она нравится. Отличный цвет, отличная кофта, отличная плотность, рукав прям идеально, ну, может быть, слегка коротковат, но я, сами знаете, да, по всем моим обзорам, я не люблю длинные рукава, и честно вам скажу, все вроде бы ничего, но когда при ходьбе ты начинаешь ходить, двигаться, она собирается сверху и создает вот этот вот, ну, знаете, не очень-то нужный объем совершенно. И что бы мы ни делали, у нас не получается. И вот эта вот штука, которая сзади висит, мне не нравится нисколько. Но на самом деле, если бы ее не было, то я бы эту кофту себе оставила. Обалденная кофта с V-вырезом, то есть шея еще длиннее кажется, как-то даже стройнее я в ней и все такое прочее. Но вот что бы ни сделал, да, сел, встал, пошел, тут все как-то вот сзади, что-то не то, что-то не мое, как-то вот не по мне. Может быть, просто модель какая-то вот не моя. Даже если ее выпрямить, погладить, вот эта штучка, как будто вы кучку навалили, да, вот это место, она почему-то остается и никуда не девается. Значит, трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины, артикул 530-900. Цвет серый меланж, размер 50-52, 50 вискоз, 27 полиэстер, 23 нейлон. Но еще раз хочется повторить, что на разные фигуры по-разному садится.
очень понравилось, но что это такое, я не понимаю. Так, значит, трикотажный кардиган с поясом, длинным рукавом для женщины, артикул 530-760, цвет серый меланж, размер 50/52, 65 акрил, 28 нейлон, 5% шерсть, 2% эластан. Ну, мне нравится, но мне кажется, что слишком как-то высоковато может быть талия, но с другой стороны, ноги длиннее кажутся. Да, что еще сказать, он легкий, классный, суперский, конечно же, не хватает какой-нибудь застежечки, можно носить вот так просто, то есть сзади можно завязать его, да, и носить как-то просто вот эту вот накидочку. Он очень теплый, очень теплый прямо, но тонкий, он тянется, при натяжке сильно просвечивает, вот, вроде бы кажется тонким, но он не тонкий. По ощущениям он очень плотный, он очень сразу сильно греет, и плюс ко всему колючка, рукава очень длинные, да, как вы видите, подойдет на более высоких девушек, но если у меня уже пояс выше талии, то у девчонок повыше пояс будет еще больше выше талии, да, вы должны это понимать. А так, в принципе, неплохая вот такая вот хорошенькая моделька. Легкий трикотажный джемпер с очень длинным поясом для женщины. Артикул 530-740. Так, цвет темно-красный меланж, размер 50-52. 52 вискоза, 28 полиэстер, 20 нейлон. Очень такая легкая, классная, она менее теплая. Рукавчики такие вот, да, идут. Плечи покатые, не спускающиеся. Ну и самая главная загадка — это пояс. Я думаю, что я его правильно завязала. Надеюсь, что правильно завязала. Вот такие вот длинный пояс. Да, то есть она идет таким вот запахом, так вы не завяжете. Вот, то есть тут идет такая вот дырочка. И вот в эту дырочку вы просовываете и уже завязываете или сзади. Получается большой красивый бант. Да? Она очень, кстати, короткая. Она короткая. Или вы сзади завязываете какой-нибудь там, не знаю, большой красивый бант. Или еще раз оборачиваете, чтобы завязать вот тут вот спереди. То есть, ну и тоже можно сделать какой-нибудь бант. Бант, не до бант, вот что-то типа этого. Точно-точно такая же кофта, только цвет песочный. И артикул 530-756. Такой же пояс, очень длинный. Тут мы находим дырку. Тоже такая же мягенькая, легкая, очень хорошо к телу. Прям очень-очень приятно, особенно после предыдущие колючечки, которые я оставила. Ну и вот, в принципе, вот так вот. Да, можно выровнять, надеть. Ну, в общем-то, как-то так. Как-то так. Но вот мне это больше нравится, потому что светлые цвета, все-таки светлые оттенки, это мое. Я довольна этой кофтой, мне она нравится. Ну и точно такая же кофта, как серая. С коротким поясом, да, и она уже идет не запахом, а вот таким образом можно ее завязать. Или сзади, да, завязать, как вот захочется. Мне она тоже безумно понравилась. Я вообще люблю такие удобные, классные кофты. Мне не нравятся, да, но я имею в виду вот так, с бантик какой-нибудь сзади сделать. Очень аккуратно, минималистично смотрится цвет. Я люблю такие цвета, такие вот с рыжинкой, какие-то такие, да, теплые цвета. Мне нравится. Легкий трикотажный джемпер с поясом, с длинным рукавом для женщины, 530-744 артикул, состав идентичный предыдущему. Вот скажу честно, прямо ставлю с превеликим удовольствием, мне нравится такое на себе ощущать, прям прикольно, мое, да, вот с такой вот обычной пододевалочкой. Ее я заказывала на заказ, мне девушка шила, вот такие вот обычные пододевалки были в магазине, не найти, оказывается. Вот, а когда Рогов для нас выпускал коллекцию, мне не очень понравились, но я тогда их забыла в каком-то отеле, в каком-то курорте, осталась без них, и потом вот у швеи заказала для себя подлиннее, вот такие же вот, как у Рогова, мягкие, хорошие. Вот я сейчас смотрю, вот с этими маечками мне подходят абсолютно все кофты, все кардиганы, прямо вот эти вот пододевалки, как база, мне тоже очень-очень нравятся, поэтому если у вас таких нет, шейте себе, они клевые. Вот, ну что ж, такая вот красота. Так, вот мама примеряет.
Думает, идет ей, не идет. На мой взгляд, ей идет. Мам, колется? Нет. А мне вот колется она. Я вижу, ты в этом футболке. Mm-hmm. Вот прям дайте совет. А вот смотрите, серая кофта у мамы, да, попа поменьше и уже смотрится по-другому. Абсолютно по-другому. Ей даже на размер меньше надо. Мам, ты похудела, тебе надо на размер меньше. Ну, так-то вроде ничего. Ну, прикольно. Ну, то, что мятая, не смотрите, потому что нельзя до примерки гладить, стирать и так далее, поэтому... Ну да, смотрите, у мамы вообще ничего не топорщится, у нее вообще все по-другому. Видите, у обеих 52 размер, но как по-разному. И знаете, что еще? У нас в следующем каталоге появляется смесь масляных экстрактов в капсулах для поддержания печени. Я сегодня их уже заказала. Скажу вкратце, травы в составе являются природным гепапротектором, обладают сильнейшими очищающими свойствами, выводят шлаки и токсины, оказывают противовоспалительные действия, предотвращают проникновение токсичных веществ в клетки печени, ускоряют процесс регенерации клеток, налаживают работу печени и ее функции, избавляют организм от вредных веществ, приводят в тонус, удаляют нежелательный холестерин, обеспечивают повышение иммунитета и защитные функции организма. В составе экстракты овса, одуванчика, лопуха, тысячелистника и перечной мяты. В общем, вот такая вот красота. 60 капсул по 450 мг. Вот такая красота у нас с вами появится в следующем каталоге. Побежали дальше, чтобы долго времени не терять. Конечно же, у нас с вами теперь есть акция «Продукт дня», где каждый раз почему-то по 2 можно заказывать с очень хорошими скидками. Ну и, как вы видите, 10 штучек вот кислородного пятновыводителя я заказала. Что с ним можно делать? Вы знаете, все что угодно. Артикул 327 или 30027, он идет 500 грамм. Это экологически чистый состав. Это очень важно понимать. Он не содержит хлора, фосфатов, красителей, ароматизаторов. Но мы сейчас не об этом. Он, чем не нравится, он выводит различные пятна, отбеливает, устраняет желтизну, а очень хорошо, обладает дезинфицирующим эффектом, смягчает воду, создает оптимальную среду для высокого качества стирки. Он идет как активатор отбеливания, да, то есть, ну, тут очень много всего, и способ применения: тут можно чистить кухонные поверхности им, стирать вместе с ним, выводить пятна, замачивать и чистить, конечно же, ковры, мебель и так далее. Обычный такой вот порошочек, без запаха, без всего. Тут всегда в составе идет эта вот лопаточка, что очень радует, и это очень-очень удобно. Далее, значит, как я им пользуюсь, я просто, знаете, никаких пятен особо не допускаю. Я его, ну, грубо говоря, при каждой стирке кладу. Угу. Вот кладу при каждой стирке. Далее в запасничке взяла ароматические диффузоры. Это позитив, энерджи и антистресс. Вот, девочки, мой самый любимый — это антистресс. Это невероятная нежность. Значит, у позитива он идет, у него тоже очень такой нежный, классный аромат. Но вот что мне понравилось, то что он идет на растительной основе. Так, сейчас скажу артикул 159, 10059. Вот он просто огонь. Сейчас, конечно же, я его протестировала, и у меня есть те, которые уже заканчиваются. И я вам могу сказать, что вот под самый-самый конец, когда уже его не остается, запах практически уходит. Но вот он полностью меняет качество аромата в комнате. Вот это надо понимать. Это очень важно. Он не просто пахнет, он качество аромата в комнате меняет, да? И получается, что он не только идет на растительной основе, он идет без спирта, но он идет на эфирных маслах, то есть он полезный. Вот. И вот для меня это особо дорого, это реально особо дорого. Вот позитив, по-моему, у нас идет мандариновый. Ну, это у меня, слава богу, не заказали, не на подарок. Да, Daisy Water, то есть вы открываете крышечку, достаете, она достается легко и просто. И вот таким вот образом сюда вставляете палочки, вот эти вот, которые вкладываются в заказ с артикулом, так, палочки, артикул 174, 12074.
И вот этот вот нежный, классный, сладкий, ласковый аромат, он просто наполняет комнату, но вы от него не задыхаетесь. Ну вот, например, в уборной, в туалете, да, я ставлю его просто так, без всяких палочек. Он уже пахнет сильно. Поэтому, чтобы не задохнуться, одну палочку максимум, да. Например, в прихожей я ставлю все 5 палочек, 6 палочек, да, потому что, допустим, если я в уборной поставила, у меня 3 палочки остается, да, то есть даже не 3, а 1, 2, 3, 4, да, 5 палочек упаковки, 4 палочки остается, я все палочки могу поставить. Но чем больше палочек вы вставляете, получается, тем меньше он вам будет служить, он быстрее расходуется. Вот, Energy. Чем мне понравился? Тем, что он действительно дает натуральный такой бодрящий аромат мандариновый. Вот мандариновый. Очень вкусно, очень классно. И антистресс – это самый-самый-самый мой любимый. И он, наверное, знаете, работает как антистресс только потому, что я не могу, я с него кайфую. Это такая нежная нежность, прямо до такой степени вот невесомый, парящий какой-то такой вот аромат, который прям попал мне в душу. Артикул 10.057. Просто невероятно. Конечно, цитрусовые ароматы я рекомендую ставить туда, где вы не спите, потому что зачем цитрусовый бодрящий аромат вам ночью во время сна? А вот антистресс можно поставить в спальню. И получится очень-очень классно. Далее, что же я подарю на Новый год? У меня есть 4 человечка, которым я пока что заказала подарки. Про них я расскажу, но есть еще люди, которым я заказала, но про те подарки я рассказывать не буду. Я знаю, что они точно меня смотрят. А вот эти 4 не смотрят, поэтому это не все подарки, но хотя бы так. Во-первых, конечно же, по магнитику «Тигр года», артикул 910-281, 6 на 2 на 7 на 4. Клевые магнитики, я считаю, что клевые. Потом, значит, что-то для удовольствия. Вот по 2 таких вот шарика, бурлящих, ванную. Это не просто шарики, это шарики, которые ухаживают за нашим телом. Они идут с маслами и очень вкусно пахнут. Во-первых, сочный мандарин и лимонный бум. Если взять лимонный бум, то артикул 2734. Тут очень-очень мелко, очень сложно что-то прочитать. Но сейчас я постараюсь. Бурлящий шар, так, значит, морская соль, масло сладкого миндаля, соевое масло, экстракт лимона, экстракт кокоса. Реально приятный, нежный аромат, который не бьет в нос. И получается так, лимонный бум мы с вами посмотрели, и вот такой вот шарик с артикулом 2735, у него в составе идет тоже морская соль, масло оливы, соевое масло, экстракт мандарина и экстракт грейпфрута, да, то есть такие бодрящие, классные ароматы. Нежные, они, помните, да, я вам уже показывала, окрашивают ванну и так далее, и так далее. Ну, воду я имею в виду ванной, саму-то ванну нет, с ней все в порядке. Да, ну, в принципе, если бы что-то было не так, я бы не дарила. Вот, далее. Зубные пасты, они были как бонус за покупку, я думаю, пока они как бонус за покупку, дай-ка я возьму побольше, да. Они все идут обычные, такие вот гелевые, с разными ароматами, получается, да, вот такие вот обычные, одна розовенькая, другая зелененькая. Вот эта вот паста с ароматом яблока, она идет 3+, нам с Викой подходит, эта паста 6+, идет с ароматом груши. Так, у 3+, артикул 2358, 6+, артикул 2359 и 2441 идет у клубничной. У клубничной, которая идет тоже 3+. То есть они такие прям яркие, классные. Вики нравятся, да, то есть, ой, да, то есть, ну, такие вот они, все такие вот, да. И что мне в них понравилось, они реально такие вкусные, реально вкусные, и ребенок с удовольствием их расходует. Это значит, мы с вами поговорили, что это палочки. Ну и что же я еще буду дарить? Обязательно One Week Miracle. Это просто невероятная линейка. И вот в этой линейке 5 таких вот составляющих. И я считаю, что разориться и подарить себе любимой на Новый год, у меня такая вот линейка есть. И, конечно же, подарить это кому-то, это очень круто. Это круто, это классно, потому что, ну, это просто бомба. Значит, я буду дарить вот это. Это вот у меня один набор подарков. Угу. Вот так.
вот так, ну, еще по 1000 рублей положу, да, то есть вот такой вот набор подарочков. Я считаю, что это немного, не жирно, не надо мне писать, что это жирно, потому что я этих людей очень люблю. Вот, далее, значит, что буду дарить. Первое, это у нас идет инновационный антивозрастной комплекс, дневной крем для лица, омоложение и защита SPF 15. Он реально крутой, открывать ничего не буду. Я уже делала распаковочку. Мне очень понравилась эта линейка. Действительно, лицо молодеет. Не так прям, как написано, но результат я вижу. Он мне понравился. Далее, с артикулом 0654, они все идут по 50 мл, лифтинг-маска с антивозрастным комплексом. Потом, значит, с артикулом 0652 идет, получается, ночной крем для лица, лифтинг и восстановление. Вот, далее, значит, с артикулом 0655 крем для контура глаз и губ, коррекция морщин, такой с дозатором, прикольный. И артикул 0653 это сыворотка для лица против всех видов морщин. Вот такая красота. Ну и, конечно, чтобы девочки у меня сохраняли молодость, молодели, были красотками, еще я подарю по К2 плюс Д3. К2 плюс Д3 с артикулом 208-115. Он стоит 1400 рублей. Его нужно пить. Я вот посмотрела, мы с врачом посмотрели, да, вот состав, аннотацию, сколько там международных единиц. Она сказала, что пить нужно по одной штучке два раза в день. Очень хорошая дозировка. Не знаю, кто там что про них писал. Она сказала, что у них К2, Д3 такой, точно так же стоит и точно так же хорошо. И что К2 сгущает кровь. Она говорит, что К2 вообще кровь не сгущает. Пусть, говорит, никто ничего тебе там на Ютубе не наговаривает. Да? Ну, я не знаю, может быть, какие-то старые знания у медика, который давно учился, или, может, человек вообще не медик. Но вот я все спросила, выспросила, и мне очень все хорошо ответили. Причем человек не в моей компании, ему он не заинтересован, да. А вот еще магниты, да, кстати. И, кстати, вот я считаю, что вот этот подарок круче, чем всякие прихватки и сувениры. Чем всякая, извините меня, фигня, которая после 10 января вместе с елкой уберется в коробку. Потому что новогодние сувениры, они после 10 января, ну вообще в феврале они уже не актуальны, смотря кто когда елку убирает. Ну, в марте точно не актуальны. Кто-то и в марте убирает. Поэтому вот этот вот К2, Д3 обязательно дарю, потому что важно быть здоровым. Мне хочется, чтобы они этот комплекс пропили. А далее это гель алоэ вера. Он идет высокой концентрации, способствует увлажнению, стимулирует обновлению кожи, создает водную защитную вуаль на коже. И вот это тоже очень важно, увлажнять свое лицо. Артикул 0951, поэтому тоже вот подарила. Подарю, да. Кстати, пакетики заказывала, их из заказа у меня пакетики, к сожалению, забрали. Скорее всего, их нет на складе. Ну, ничего страшного, пакетики не так страшно. Фаберлик, не Фаберлик, ну, купим в магазине. Тем более, что они у нас 0 баллов. Я вообще могу покупать в магазине, могу Фаберлик, не фиолетово. И далее артикул 0916. Это гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз. Они были тоже товаром дня. Вот эта парочка, они были товаром дня. И я хотела подарить только это с магнитиками, да, но когда увидела, что это товар дня, я сразу решила подарить еще и по этой штучке. Потому что с такой крутой скидкой, какой они были, ну, сейчас у всех до единого вообще, без исключения консультантов, вы можете заходить на второй шаг заказа в раздел персональной акции и видеть товар дня до конца декабря. И вот это я по товару дня, а это уже в другой день я заказывала, да. То есть, ну, в общем, я довольна. Я довольна, туши были сегодня. Я заказала, Доброген я заказала, и Q10, они тоже были товаром дня, поэтому круто. Далее сухой шампунь заказала, он, по-моему, нет, не был, по-моему, товаром дня, артикул 2702, обожаю наш сухой шампунь, начал заканчиваться, осталось 2 штучки, поэтому я еще взяла 3 в запаснике, обожаю, на чистую голову, особенно делать объем, просто невероятно круто. Далее, попробовали мы с мужем вот такую вот штучку, нам понравился эффект, действительно, тело весь день свежее, лучше, и запах у него, ну, вот честно вам сказать, я хотела что-то мужской какой-то запах, но тут вообще он практически
практически никакой, практически нет никакого аромата, но этот спрей, он идет как натуральный безопасный дезодорант с бодрящим ароматом свежести, который предупреждает и нейтрализует запах пота любой части тела. Вот действительно он хорошо работает, но недолго, то есть не 48 часов, да, как вот некоторые, а вот именно что недолго, вот когда никуда не едешь, дома этим пользоваться одно удовольствие, поэтому у меня муж прям доволен, можно брызгать все. Абсолютно все, да, то есть нравится. 2207 артикул, такой вот мужской и реально удобный. И он, вот знаете, когда дезодорант идет как аэрозоль, у меня муж очень не уважает шариковые, и когда дезодорант идет как аэрозоль, ему не нравится то, что там такой немножечко удушающий, да, аромат. А тут аромат действительно классный, действительно клевый, и никаких проблем, нареканий, ничего нету, потому что пользоваться получается одно удовольствие. Дальше, вот такой вот каталог номер один. Я заказала VIP-новинки на днях, должно скоро прийти. Это зимняя линейка «Энергия морожки для красоты волос». Буду все пробовать, буду вам рассказывать. Они идут XL 380 мл, то есть большие такие, прям на всю зиму нам хватит, наверное. Потому что я заказала все шампуни, все маски, в нашей семье есть все. И вот как раз, смотрите, вот эти вот патчи. Для новичков, кто еще не зарегистрирован, если зарегистрируетесь с 27 декабря по 16 января впервые, да, в компанию, то, сделав заказ всего на 1300 рублей по цене каталога, во второй заказ вам вложат за 1 рубль вот такую вот или тенге, или гривну, да, то есть вот такую вот коробочку с патчами ISEOL. Вот как раз те, которые я буду дарить. Я их уже протестировала, они мне нравятся. Я дарю только то, что мне нравится. Поэтому подарок крутой. Я подтверждаю, что он реально крутой. Далее у нас с вами появится набор молочного шоколада «Зверюшки» в новинках. Классно и круто. Да? Ну и вот это все новогоднее. Вот я такие вот подарочные наборы заказала маме, чтобы она дарила своим подругам, когда едет в гости. То есть я это не все подарки на Новый год, да, тема просто такая спонтанная, вот, просто шикарно, да, просто шикарно, и будет очень крутая зимняя распродажа, можно, я не знаю, насколько вперед, реально классно и клево запастись вот этой продукцией получается. И когда вы запасаетесь продукцией шикарной по таким невероятным ценам, не забывайте предлагать ее своим любимым, родным, близким, потому что у меня вот, я каталогов взяла много, мне не важно продажи, вы сами знаете, что у меня большие заказы, я практически все заказываю себе в дом, мне не важны вот эти вот большие, огромные заказы, но мне, ой, у нас кисти просто бомба. Но мне очень нравится, когда... Вот завтра мне будет маникюр вот с этими делать. 78-67. Дайте-ка я вам увеличу. Покажу вот эту красоту с этими наклейками. 78-67. А вот эти наклейки у меня вот тут. 78-66. Да, вот на этом пальчике и вот на этих двух пальчиках. Да, вот такие вот хорошенькие наклеечки. Можно их под гель-лак. Вообще шикарно. А вот, поэтому... Не будьте эгоистами, показывайте вот эти каталоги, потому что двухнедельные каталоги и новогодний каталог – это всегда что-то невероятно крутое. Всегда скидки, всегда куча акций, всегда куча всего. Дальше взяла с 70% скидкой хлореллу и спирулину. Это водоросли, их нужно кушать по 5 штук с утра на голодный желудок. Артикул 157-57. Они идут именно как сушеные, прессованные, там такие зеленые таблеточки. Можно целиком глотать, можно разжевывать. Вот, я довольна эффектом, прибавляется как-то вот энергия, все прибавляется, поэтому хочу пропить заново. Ну и что в доме может закончиться у меня? Конечно же, гель для мытья посуды 30.094, ароматное яблоко. Вот чем мне нравится это ароматное яблоко? Вот знаете, девочки, тем, что это яблоко натуральный такой прям аромат, приятный, он суперский, да, оно идет против сложных загрязнений. Да, у нас есть посудомойка, но средства заканчиваются, я заказала 4 разненьких. Далее 0+, лесная малина, вы все знаете, что я малину не люблю, артикул 30.095, потому что это маме в деревню я заказала, у них там посудомойки нет, они иногда туда ездят, у них там ямов, овощи лежат, и они там, да, лук, моркошечку, там, свеколку они привозят, и в яме у них лежит морковь, картошка, да, вот варенье, соленья, да, и вот как раз-таки вот им туда.
им туда, чтобы у них было, потому что у них закончилось. Мама, наоборот, любит что-то малиновое, а я прям не могу, меня раздражает, я вам честно скажу. Зато клубника со сливками мне, конечно, зашла. Она идет с депантенолом, ухаживающая, но мне это не важно, я просто люблю, когда есть такой аромат. Артикул 30.092. И вот этот аромат мне тоже очень понравился. И вот кто-то мне написал, что у него прям налет белый от этого средства на посуде. Но я всю посуду пересмотрела, да нет никакого налета. Не знаю, какой налет. Артикул 30.099. Это концентрированный гель для мытья посуды с силой древесного угля. Он идет с мощным природным абсорбентом, с активированным древесным углем, который помогает собирать остатки, быстро поглощает неприятные запахи посуды, кухонных салфеток, губок. Вот это вот, мне кажется, вообще там, не знаю, очень классная штука, да, там мужикам в гараж, если они там кушают, еще что-то, вот прям вот это вот средство, оно крутое. С ним даже девочки говорят, что моют пол, когда им не нравится запах в доме. Но я вот мою пол с мылом, устраняющим запахи. Кошачий лоток мою мылом, который устраняет запахи. Мне тоже очень нравится этим мылом мыть все, поэтому я не знаю. Но вот этим гелем для мытья посуды классно мыть. Знаете что, вот эти доски из-под чеснока, из-под рыбы, там, да, вот эти ножики, вот это все очень классно мыть. Дальше, средство для очищения ванной комнаты, уже обновленная, морская свежесть, но все равно вот этим кисленьким оно попахивает. В принципе, каким оно было классным, оно таким и осталось. Артикул 30.221, сюда добавили эффект белизны, но я, к сожалению, эффект белизны не могу проверить при всем своем желании из-за того, что нет у меня, к сожалению, желтизны. Да, у меня все новое. Одной ванной 2 года, другой душевой кабинке год. Вот мы недавно сделали ремонт, и мне просто нечему пока еще желтеть. Вот. Да и мы, конечно, когда моешь с таким средством, как оно пожелтеет, если тут идет от желтизны. Да? То есть вот так вот. Ну и, конечно, биопятновыводитель еще такой. Вот Home Nome Cream я заказала. Но это уже другой заказ, да, я же не знала, что в продукте дня будет кислородный пятновыводитель от Faberlic, да, и я заказала еще Home Nome Greenly тоже от Faberlic. Ну, это для жесткой воды, но он тоже крутой, он тоже классный, артикул 119.84, но не могу сказать, который из них лучше. Вот честно, не могу сказать. Я почему-то решила, что у нас в Кировской области жесткая вода, и буду заказывать Home Nome Greenly. И действительно, как-то вот мне он больше по душе, может, потому что он зелененький, этот синенький, я не знаю. Да, то есть он такой же вот обычный порошочек, только без грану, без каких-либо уже, да, идет. Он не пылит, очень такой удобный, хороший. В общем-то, тоже очень хорошо все пятна выводит. Далее, концентрированный гель для стирки цветных тканей, артикул 118.43. Мы им стираем постельное белье, ну и все такое прочее. Вообще любим именно гели для стирки. Далее, концентрированный гель для стирки белых тканей, это тоже моя любовь. Артикул 118.42. И любимые кондиционеры. Ну, как вы видите, биоси кондиционеры, как бы мне не нравились ароматы, но я не чувствую. Я не чувствую их аромат после того, как они постираются. Поэтому я беру наши добротные, вонючие, от которых кайфуешь. Я прям обожаю. Яркий аромат, он супер концентрат. Много нальете, конечно, задохнетесь, поэтому много особо не лейте. Значит, мой самый-самый любимый с артикулом 118.53. Это восточный пион. Обожаю его, да. Вот пару штучек его взяла. И пару штучек я взяла вот эту вот красоту. Вот эту вот красоту с ароматом розовый бархат. Тоже его очень люблю. 118.55. Вот я даже не знаю, какой я больше люблю. Скорее всего, вот этот все-таки. Вот прям самый-самый. Но иногда, ну, надоедают же ароматы, согласны? Ну и да-дам-да-дам, эти новинки, наверное, уже все сняли. Я не знаю, как они умудряются себе их в заказ добавлять, но мне пришли из всех тапочек, которые я урвала, типа, и потом они удалились из заказа, вот только вот это, к сожалению. Я вам покажу свои. 36-37, мне понравились, клевые, классные, вот, прям супер-супер, никаких нареканий нет, мягкие, клевенькие, вот так они были упакованы, я их уже примерила, они мне подошли, аккуратные, очень теплые, на балконе белье вешала, ноги не замерзли, все хорошо, их кушечки, няшечки, прям, ну, никаких нареканий нету, да, то есть вот, прям отличные, просто отличные. А вторые такие же я заказала 38 свекрови для того, чтобы мы не путались. Потому что часто, я очень не люблю, когда мои тапки надевают. И из-за этого я нервничаю даже. Поэтому ей
тапочки и мне тапочки. Чтобы мы отличали, у меня вот 36-37 размер, а у него 38 размер будет. Чтобы мы знали, чьи есть чьи. Та-дам-да-дам, взяла такое... Ой. Та-дам-да-дам, взяла такое красивое, клевое, классное маслице. Называется Афродизиак. Артикул 1291. Значит, это идет аромамасло с шариковым аппликатором. Создает ощущение комфорта и гармонии. Пробуждает женственность и чувственность. Придает уверенность и стимулирует творческий потенциал. Помогает создавать притягательную романтическую атмосферу. Вот я сижу, смеюсь, говорю, говорю, понятно. Говорю, нанесу себе за ушки и как проведу чувственный вебинар. Надо мной муж смеется. Да, то есть он такой не очень жирненький, да, то есть таким вот образом наносится. Это обычная маслица, которая очень хорошо впитывается. От него слегка, конечно, тепловато потом, но ожогов никаких нет, потому что оно идет специально, чтобы наносить, да, вот за ушки наносить, на запястье заносить, в сгиб локтя и вот в ложбинку, да, то есть вот куда его наносить. Поэтому я считаю, что можно им пользоваться. Так, артикул 6102, опять-таки, моя новая любовь, наверное, он называется Хесперада, хотя я подсела сейчас на водичку Алатау, мне очень-очень она понравилась, Алатау от Faberlic, вот эта вот невесомая свежесть какая-то морская, да, прямо вот хочется ее вдыхать и нюхать, но вот это просто бомба. Это идет такая нежная сластинка, я просто обалдела, прям понравилось. Ничего приторно-сладкого, приторно-свежего, вот вообще ничего приторного. Она просто огонь, обалденная, стойкость средняя, да, стойкость средняя. Вот если я встаю с утра, я чувствую Алатау от подушки, от волос, то вот эту водичку я чувствую поменьше немножко, но я не могу, как она мне понравилась. 6102, мне кажется, она универсальная, она подойдет на подарок. Она подойдет на все. Прям, знаете, такой легкий аромат, несерьезный. Вот на мой взгляд, он несерьезный, он клевый. Так, ну еще очень-очень быстро пробегусь. Это мы не примерили. Но, как вы знаете, в компании Faberlic не такая уж и простая компания. И я еще заказала на подарочек вот такие вот штучки. А это у нас с вами идет футболка с длинным рукавом для девочки, которую можно разукрашивать. Вот тут образец, как можно разукрасить, но ребенок может разукрасить как угодно, например, тельце сделать желтеньким, да, а гриву синюю, да, а все остальное, да, копыта и сердечки розовым. Тут как захочется. Но, смотрите, состав 100% срок, гарантийный срок 30 дней, размер 128-134. Тут такой вот начесик небольшой идет. Я, к сожалению, Викуську именно в этом я не сняла. Да, такой вот начесик, лак Faberlic, конечно же, лак Faberlic. Я редко пользуюсь лаками Faberlic, они у меня, я их нанесла на гель-лак, потому что вот он сильно отрос, да, с нашими наклеечками. Не дождалась мастера, она сделала прививку от ковида и заболела очень сильно, сейчас лежит в лёжку, не знаю, когда я ее дождусь. Вот, значит, прокладываете, и реально ребенок может сам нарисовать все, что он захочет. Прямо сам нарисовать. Это просто суперски. Это, конечно же, мы Вике объяснили, что это специальная такая вот футболочка. Фломастеры очень такие влажные, поэтому я рекомендую вам подкладывать обязательно. И вот все, что захочется, можете делать, да, то есть я сейчас вам покажу немножечко, чтобы Викуська не сильно расстраивалась. Я разукрашу только одну звездочку и, да, то есть такие вот тканевые фломастеры. И еще одно, она не только вот может промокнуть, да, вот с этой вот стороны, видите, промокает, и тут может отпечататься, поэтому пакетик подкладывайте обязательно. Но самое-самое-самое, так вот подложим, да, пакетик, но самое-самое, это то, что не надо кидать потом эту футболку в общую стирку, обязательно постирайте первый раз сами. Потому что если вы первый раз сами не постираете, а кинете в общую стирку с чем-то, то получится так, что вы можете покрасить свое соседнее белье, потому что вот все равно это небезопасно. Вот, потому что когда мы первый раз вручную стирали, мы увидели очень-очень много
ну, очень много краски сходило, да, с этого, и чтобы ребенок не расстраивался, ну, то есть, ну, вот так вот немножечко, чуть-чуть, чтобы ребенок не расстраивался, мы делали вот так. Из предыдущей она выросла, да, она уже истиралась, потому что мы Викусю переодеваем каждый день, это ей. И 4 такие я заказала на подарочек, тоже буду дарить. В общем, я вам все показала, что приходит в яркой упаковке, и это тоже супер подарок, потому что детям не своим, я там не собираюсь, например, дарить витамины и все такое прочее, потому что понимаю, что мамы должны сами решать, что из витамин своим детям покупать. Далее, очень классное термобелье для девочки, леггинсы, артикул 830-118, это я сняла, да, такой вот у них начесик хорошенький, они, в них и дома не холодно, ой, на улице не холодно, и дома не жарко, то есть такие дышащие, классные, мне очень понравилось. Примеряли мы их, значит, с футболочкой, вот я специально достала две футболочки для вас. Они у меня уже как-то давно были в обзоре. Обе футболки идут ростовка 140. Мы очень выросли. Ростовка 140 у нас получается. И артикул 528-004. Но обратите внимание, какие у них разные рисунки. То есть неизвестно, какая футболка вам попадется. Поэтому на видео мы примерили с Викуськой обе футболки. Из-за того, что артикулы одинаковые, а покраска абсолютно разная, да, то есть тут более насыщенная, тут менее насыщенная. Качество хорошее, отличное. Эти футболки уехали на вторую жизнь, может быть, поедут и на третью жизнь. Но так получилось, дорогие мои, что Вика выросла быстрее, чем они износились. Это значит... Конечно, мимо, это мимо, но я не стала возвращать, я нечаянно ошиблась размером и заказала 152-158, ну куда, вот, нечаянно заказала, но решила оставить 80 хлопок, 20 полиэстер, она ей очень велика, вот сейчас Вика, да, перед вами тут вот покружится, и вы увидите, как она ей велика, но я решила, что я это кое-кому подарю, отдам, красиво сложу, потому что качество безумно суперское. Вот эти вот милые овечки, вот это вот платье-свитшот для девочки, 861-125 артикул. А тут идет 80 хлопок, 20 полиэстер. Ну, грех такой на возврат отправлять, тем более, когда есть кому подарить. Обалденный, шикарный цвет, поэтому я решила не возвращать. Решила прям вот, пусть будет. Дальше такие вот классные шортики, хорошенькие, с кармашками. Тоже никаких нареканий нет, слегка-слегка великоваты. Но вот сейчас Викуське заниматься физкультуркой дома, да, на ковриках, одно удовольствие. Поэтому я решила, что мы будем заниматься дома в шортиках, которые ей удобны. Тоже 100% хлопок, размер 140, артикул 527-771. Тут идут лампасики, карманы не очень глубокие, но они нас не интересуют. И из-за того, что они нам слегка великоваты, слегка, не сильно, вот, да, в видео вы видите, мы и думали, вернуть их на возврат или нет, но когда мы увидели, что тут затягивается, завязывается, мы решили оставить. Пусть девочке будет свободно и удобно. То есть тут не только есть резиночка, но еще и утяжечка, и они и так слегка длинноваты, но ничего страшного в этом нет, я считаю. Так, еще такие вот шортики на смену. Потому что предыдущие шортики мы тут собрали и просто пачкой отправили, потому что, ну, там уже даже попочка начала выставляться, видно, просто ребенок почему-то начал очень сильно расти. Но девочки 8 лет, они растут сильно, не успеваешь покупать. Тоже 140 размер, артикул 527-753, такие вот тоже хорошенькие, с карманами, но карманы нам не важны. Я не думаю, что они к лету будут нам как раз, может быть, она еще вырастет, может, мы ее еще куда-нибудь отдохнуть до лета свозим, и она опять вырастет, да. Но пока что все нормально, идеально. Они очень плотные, хорошие, не просвечивают. Вот, в общем-то, все великолепно. Значит, примеряли мы их вот с такой вот футболочкой. Футболка тоже бомба, огонь. Вике понравилось больше всех. И я такую почему-то ей, по-моему, так и не заказывала. Но смотрите, я взяла 140, она и немножко поменьше, чем розовая. Не знаю почему, но вот футболки нам как раз. Нету футболок 140, которые велики. В общем-то, все. Ребенку уже 140 заказываем. Ой, наивная я мамаша. Когда заказывала,
думала, что хватит нам надолго. Нет, нам надолго не хватило. Значит, еще вот в школу, чтобы ей удобно было, заказала что-то типа блузки, не до блузки. А почему я это называю так? Потому что это такая вот футболка, тянущаяся, вроде бы создает имитацию какого-то такого, ну, тут погладить нужно, да, строгого вида, но на самом деле, да, все вот это дело тянется, очень комфортная, очень уютная, да, такая вот прикольная ткань, которая идет как у водолазочки, как у футболочки, то есть нету, ну тут еще бантик, можно тоже погладить, будет красиво пришит, можно отпороть, если не нравится, но мы оставили, да, и вот такие вот рукавчики, к сожалению, рукавчики длинноваты, но их можно подогнуть, и из-за того, что она ей слегка длинновата, а, кстати, не сказала артикул, да, артикул 527-483, размер 140-95, хлопок 5% эластан. Из-за того, что она нам слегка длинновата, это даже в плюс, потому что в плечах она ей как раз. И в плюс почему? Когда ребенок бегает, махает руками, мало того, что она тянется, выглядит довольно так и респектабельно, еще и из джинса, из юбки не выправляется. Поэтому вот рукава можно быстренько подогнуть, да, а то, что она слегка длинновата, это прямо плюс. Далее, дома нам тоже резко не в чем стало ходить. Артикул 860-338, размер 140-146, там, к сожалению, нету, да, или 128-134, он нам уже маловат получается, а 140-146 слегка великоват, но мы решили оставить, ничего страшного, 92 хлопок, 8 эластан. Ну, это такая штукенция, да, зубы по утрам ходить, дома, когда ребенок бегает, да, то есть прикольная, да, у них тут свой собственный мультик, тут попочка подлиннее, перед немножко покороче, очень тоже симпатичная. Ну, посмотрите, как на Викусе смотрится. Далее, домашние штаны. Что-то на сайте Фаберлик очень мало детской одежды. Жалко, что все чаще и чаще даже обычные колготки, обычные ритузы приходится ходить покупать теперь в магазин. Я так привыкла одевать своего ребенка только на сайте, но вот что-то у них там произошло, может, они решили, что им невыгодно детскую одежду заказывать, я не знаю. Так, брюки для девочки 861-180, размер 140-146, практически как раз, великоваты на пол сантиметра, поэтому вырастет она через 3 месяца из них, я уверена. Состав 100% хлопок, очень удобные, комфортные. Давайте вам сейчас прям покажу, да, то есть это изнаночная сторона, вот так вот она выглядит, все прям хорошо, все хорошо, да, то есть, ну, эти бирки, они все, понятно, что обрезаются, как за ним ухаживать, не ухаживать, да, ну, то, что не отбеливать, это понятно, единственное, но, что нет карманов, но это домашняя одежда, вот, поэтому, ну, какая должна быть домашняя одежда, она должна быть комфортная, да, то есть тут тоже есть свободная, все хорошо, прям суперски. Иногда они ходят на спортивную секцию вот в этих вот штанах и говорят, что в них заниматься с няней, да, с няней одно удовольствие. Поэтому я прям счастлива, что угодила. Так, а это футболка. А, ну, обычная футболка. Тоже просто 140, да, 128 мы отправили, 140 заказали, вот и все. Так, артикул у футболочки, получается 140, цвет фуксия. Вот все, что я вам хотела показать. Да, все у нас все в этот раз жители нашей квартиры в одном ролике. Обалдеть! Вот это совпадение. Ну, как получилось, так получилось. Веселый предновогодний ролик получился.